Приветствую всех, кто будет просматривать это видео. Покажу вот одну из хоечек своей коллекции. Хоя Пачеклада Вариегата. Так, очень яркая, красивая вариегатность. Пытаюсь поймать солнышко. Ага, вот так на солнышке. Вот такие верхние листья, очень-очень вариегатные. А листья толстые-толстые, как подошва. Очень толстые, твердые. У меня... Ой, лист пока крутила, отломала. Эх, ну, бывает. У меня был вот такой, около года назад я покупала. Вот такой был ростик. Потом я отрезала макушку и... Вот еще укорененная макушка. Она тоже пошла в рост, но такой тоненький длинный ростик. Надо как-то ее, наверное, больше на солнышко поставить. Потому что в зависимости вот от освещения, больше или меньше вариегатности на листьях. Вот этот, который отломился, видите, был очень красивый. Очень вариегатный, желтенький такой. Как-то, мне кажется, на камере выглядит белым. Вот он такой желтоватый. Желтоватый и зеленая вот эта вариегатность. А здесь, конечно, намного больше вариегатности. Ну вот, как-то... Не нравится мне этот ростик. Очень дохленький. Может его обрезать, чтобы она по новой сформировала более толстый. Так вот у нее толстенькие такие стволики. Мощные. Хоечка медленно растущая. Медленно. Ну вот за счет того, что такие толстые у нее прям мощные суккулентные листья. Поливаю я ее очень редко, как суккулентное растение. Потому что боюсь залить. Как-то поначалу у меня было, что даже пятна на листьях были. А вот здесь вот видно то, что я отрезала. Это, видимо, от избыточного либо залива, либо пересушки. Что-то как-то я не могла найти к ней подход. С поливом. Но сейчас вот как-то более-менее регулярно. Эх, я прям расстроилась от того, что такой шикарный листик отломила. Пока снимала, крутила. Эта хоечка у меня пока не цвела. Не знаю, как она цветет, не видела ни разу. Ну, такая вот очень красивая, нарядная хойка. Такие листики у нее. Ну, вот когда все хорошо, то вот такие крупные, красивые растет. А иногда вот и помельче. Были листики. Ну, в общем, вот такая красивая хоечка. Тут макушечка была. Вот здесь сверху. Так, ну, в общем, все на этом.